Это человек, догадаться надо, что это человек, нос, рот. И начинаем первая, вторая, третья мерностная структура, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Это ноль. И начинаются все тонкие тела, на ноль все завязаны. Вот таким образом мы с вами, конфигурация такая. Все мерности нашего физического тела, они на ноль. Восьмерочка. Вот это первый центр, второй центр, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмерочка находится вот здесь. Я подняла руку, сжала кулачок. Здесь восьмерка. Вот восьмерка. И здесь уже пошла вот так вот. Вот она, наша матрешечка. Девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая мерность. Вот дальше уже пошли вот так мерности. Посередине у нас находится путь духовного просветления. Через все чакры он проходит и вверх идет. Вот этот вот путь духовного просветления или канал, по которому происходит основное движение живатмы, а живатма у нас находится там, где находится мое собственное внимание. Если же, допустим, мы смотрим по телевидению новости о войне, вот эта живатма сваливается сюда, в минус первую мерность. Мы говорим о любви своему мужу, своей жене. Живатма находится вот здесь, в четверке. Мы ростим своих детей, живатма находится в плюс пятой. Женщина или мужчина готовит завтрак, живатма находится плюс, плюс третьей мерности. Мы говорим о сексуальных извращениях. Это живатма находится в минус второй мерности, вот здесь, с этой стороны. И так далее. Все зависит от того, где находится наше с вами внимание, туда и спускается вот эта живатма. И она курсирует вот по этому коридору вверх-вниз, вверх-вниз. Это самая мобильная наша с вами точка. Кроме вот этой, вот этих тонких тел, живатмы, у нас с вами есть душа. Душа тоже завязана на единичку, и она, душа, продукт 12-мерной игры, то есть ее можно приобрести внутри 12-мерной игры. Кроме этого, есть еще и дух. Дух, у него нету мерности, и он более высокомерная структура. Представьте, что наша 12-мерная игра – это очень развитая игра. И представьте, что наши физические тела, вот семимерное физическое тело, плюс высокомерная душа, высокомерный дух, который имеет право выходить вправь и выше, в славь и в сваргу пречистую, во все высокомерные структуры. И у нас с вами есть жив атма, который играет, вот, спускается во всю эту низкомерную игру. Когда-то давно мы с вами жили тысячу и более лет, когда мы с вами играли в более высокой мерности, вот отсюда. А некоторые играли и с 16-й мерности, а некоторые играли и еще выше, а некоторые играли из пространства коровы зимы. Это вообще высокомерное пространство. И со стороны темной яви и нави, вот со стороны темной яви и нави, минус девятой мерности, вот эти физические тела, они не интересны для питания. Им интересно, чтобы питаться вот этой большой, огромной структурой. Если здесь заложена огромная структура в тонком плане, значит, здесь заложено очень много энергии. Старцы писали о том, что существует
первая смерть, вторая смерть, третья смерть, знаете, да? Так вот, первая смерть, когда умирает физическое тело, вторая смерть, когда умирает душа, третья смерть, когда умирает дух, и четвертая смерть, когда умирает живатма. На самом деле у нас много смертей. И когда мы оставляем физическое тело, мы сами знаем, что мы бессмертны. В том плане, что бессмертна у меня душа, бессмертен дух и бессмертна жив атма. В любом случае, сознание у меня находится в живатме. И для того, чтобы добраться до нас вот во всей этой капусте, нужно очень хорошо темному плану постараться, чтобы нас уничтожить. А раз нас уничтожить нельзя, значит, нас нужно использовать, как они считают, в разряд пищи. В разряд пищи нами можно манипулировать только в том плане, когда мы находимся вот здесь. Первый, второй, третий мерзость. Если мы поднимаемся выше, все, нами уже управлять нельзя. И основное народонаселение нашей России, мы все высокомерные. И темные прекрасно понимают, что если мы начнем изучать свои собственные истоки, то откуда мы пришли, а мы пришли из славянства, а мы пришли из матриархата, а мы пришли из Золотого века. Как только мы начали все это изучать, все, мы своей живатмой начинаем подниматься в более высокие мерности, и все, нас уже невозможно достать. Девятка, минус девятка, может воздействовать только на всех тех, кто находится до шестой мерности. А шестерка вообще тогда выпадает и перестает влиять на каждого из нас. Сейчас многие уже славяне просыпаются, многие востребуют свое собственное самоосознание в славянстве. Очень жаль, что мужчины не хотят принять и признать божественность женщин, потому что мужчины у нас рождаются внутри 12-мерной игры с 4 открытыми чакрами, женщины рождаются с 7 открытыми чакрами. Мужчины разрабатывают 5-ю, 6-ю мерностную структуру и чакры. Женщины разрабатывают 8-ю и 9-ю. Это жреческие божественные субстанции. Когда мужчины признают в женщине богиню, все изменится и в жизни мужчин, и в жизни вообще планеты всей. В славянстве чем опасно славянство? Оно говорит, что все есть патриархат. Не все есть патриархат, ребята. И вот я буду приводить доказательства. На самом деле, когда ко мне приходят на личный прием, на индивидуальный, мужчин я освобождаю от сглазов, от порчи, от проклятий, от наговоров, от приворотов, от отворотов. Мужики это делают? Ха, ха, ха. Мужчины не долетают туда, где девочки вообще пинком разгоняют всю остальную братью. Вот так ходят. Пинком дверь открывают в 7-ю, 8-ю, 9-ю мерность. Женщина может своей мыслью как убить, так и возродить мужчину. Это опасный союз, при котором мужчины не воспринимают женщин. Не одолеть человеку Ардара. Разговорчики! Выпарю! Так иди. Nine, 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 nine.